доезжу на ДС-ке, потом, наверное, возьму себе такую же Ешку, пиры-пыры. А потом... Скромняга. Да, а потом что-то подумал, думаю, да что, блядь. Точнее как, пришел офер, и я себе сказал, ну это глупо отказать. Так, что это, S? Это S560 AMG V8 Turbo. И? Black... on the top of that, it's night, night edition. Да. То есть это не wrap, это краска, Magna Black цвет. Их таких 450 в мире. И в Майами. Один. Один. Вот он. У нас на ярде. У нас на ярде. Yes, он его в Майами вот. Да. Ладно, про этот потом расскажем что-нибудь. No. Карлоса тоже S, но у него не Night Edition, потому что у него более silver color. Сейчас мы его вытащили на Turnpike и дали на нем определенную скорость. Едет он очень быстро. Произносить не буду, сколько ехали. Леха, open the door, please. Ну, это S-ка, да, это S-ка. Давай звук сделаем. Заводи, ставь ее в этот. Еще руль. Руль какой у нас туда. Exactly. Звук просто секс. Погнали. Что можно отправиться в город и найти бабу, которая не даст. Шикарный аппарат. А, да, кстати, open it и закрой. Просто красиво вырезано. Ну, действительно, прям Night Edition по-настоящему. Черная кожа, все там серьезно. Ну, очень. Лешка, в свои 17 лет я бы душу продал. Шучу, конечно, но чтобы просто посидеть в такой машине. Да, задумался бы об этом. Таких и не было тогда. Тогда были, знаете, 140-й кузов тогда был. Кстати, у меня дружбан Сашка. Вот кабан реально такой. Да, и у него была, он купил себе... Вот как раз 140-й кузов в купе-версии. Тогда это было. Я не помню, какого года это была машина. Сашка, чижик. И переднее стекло тоже с тонированием. Видишь? То есть тебя не видно вообще от машины. Леха, включи фары-то. Че они там? Можешь фары включить? Как? Ну, блок вроде достаточно стандартный. Хороший. Ох, как он переливает, да? Соответственно, здесь полностью все эти камеры, старт-стопы и все такое. Здесь камера, ночное видение. Ну это да, это S-класс. S-класс, да, у них у всех, по-моему, есть. Но руль еще сколько за него? $2000. Две штуки за руль еще отдельные, то есть руль... Подержи стакан, только не пей. Руль такой толстенький какой-нибудь. Если ты заказываешь себе Mercedes и хочешь, вот, чтобы у тебя был такой цвет на любой машине, они берут $3000 экстра. Just to cover. Шикарно. Ну давай, чтобы катался. Давай. Он хорошо радовал хозяина и его знакомых. Просто, блядь.